Накануне в зале «Сафу» состоялся 6-й тур чемпионата города по мини-футболу. Болельщики смогли сполна насладиться футбольным зрелищем. На их суд команды представили 3 абсолютно разных матча. Вчерашний вечер в спортзале «Сафу» прошел под знаком мини-футбола. Болельщики смогли увидеть сразу 3 матча в высшей лиге города. Первыми на поле вышли команды «Наука» и «Энергия». Матч прошел с небольшим преимуществом подопечных Юрия Ильина. Стоит отметить первую четверку, которая и сделала результат. 6-4 «Наука» опять выигрывает. Второй матч стал голевой феерией. Можно сказать, что на поле была только одна команда. Как ни старался голкипер беломорца, надо отдать ему должное, работы у него действительно было много. Но Северин деклассировал своего соперника. Счет матча говорит сам за себя. 22 крупное поражение беломорца. Я могу выделить лучшего игрока матча, это Самодуров Дмитрий. Так он забил 6 мячей и отдал один голевой пас. Победа, не скажем, что была дана легко, просто она выиграна, скажем, на классе, скорее всего, потому что игроки у «Беломорца» молодые. Ну, куда стремиться? Стремиться, конечно, к лучшему, стремиться к хорошей и качественной игре, больше желания, больше уверенности в себе, и результат будет приходить, тренер у них хороший, состав тоже довольно-таки неплохой, перспективный, поэтому желаю удачи этой команде. В финальном матче вечера сошлись чемпион и серебряный призер прошлого года. На первых минутах «Севмаш» и «Океан» обменялись острыми уколами. В целом первый тайм прошел в равной борьбе, чуть точнее оказались «Моряки» 2-1. Второй тайм откровенно испортило судейство, рефери потерял нити игры и матч стал очень грубым. Под занавес тайма Александр Глинский сравнял счет, итог встречи ничья 2-2. Принципиальные соперники в последнее время стали настраивались на борьбу, ну так и получилось, 2-2, думаю, закономерный результат. Постоянно разыгрываете пятого, это натренировано уже, много моментов создаете. Да, есть такое, что преимущество создаем одного игрока на стандартах, бьем поворотом, но иногда приносит свои плоды. Сегодня, к сожалению, не повезло. Но я думаю, что для нас ничья это уже как победа, потому что у «Севмаша», сами понимаете, какое положение, да. Слава богу, что вот сейчас зацепили ничейку. Игра нервная. Но я скажу, что игроки «Севмаша», они показали себя как единая команда. Следующий матч чемпионата города состоится в понедельник. На поле выйдут команды «Наука» и «Гудман МЧС». Константин Мухин, Семен Самигулин, «Вестник Северодвинска».